Вас приветствует компания Стопроф. Меня зовут Андрей, и хочу в этом видео показать и рассказать о рулонных шторах Плиссе. Рулонные шторы Плиссе имеют, в принципе, такой вид, как гармошка. То есть внизу у нее жесткая планка алюминиевая, сверху тоже жесткая планка алюминиевая. По бокам у нас такие натянутые веревки специальные, которые дают очень хороший натяг и очень хорошую жесткость. И за счет этой веревки эти планки ходят по веревкам вверх-вниз, и за счет этого можно их поднимать, шторы можно поднимать вверх, и они, видите, фиксируются на любой высоте. Также можно делать и сверху. То есть на любой высоте можно даже их от середины. Но я сейчас видео вставлю, само собой, чтобы вам было более понятно, и мы там с ними немного поиграем. Огромный плюс штор Плиссе – это то, что они вровень с профилем. То есть они, как обычные рулонные шторы, например, кассетного типа или мини, где везде выпирает механизм на 3-5 сантиметров. Здесь ничего не выпирает. Здесь все аккуратно сделано и прям интегрировано в само окно. Планочка, да, металлическая, она с нижней стороны и с верхней стороны. Ее легко управлять. Можно управлять одним пальцем. Очень легко ей пользоваться. Также до верха, до низа. Можно ее всю собрать в середине. От середины можно их разобрать, только единственное, надо следить, чтобы это все ровненько, это все работало. Можно вот так сделать, то есть можно сделать просветы снизу, сверху, можно просто сделать, чтобы у вас просветы сверху было. Особенно это актуально на первом этаже, когда там люди или соседи ходят через лестничный пролет, а у вас там окна выходят на подъезд, то можно сделать вот так, то есть у вас будет светло, но при этом вас не будет видно. Еще эти шторы Плиссе универсальны для мансардных окон. То есть их можно вешать на мансардные окна, они не будут провисать. За счет того, что у них очень хорошего качества веревка, за которой держится она, как направляющая. И она не боится, например, больших нагревов. Потому что здесь используется веревка, а не леска, как в основном в большом количестве жалюзи. Сама ткань. А у нее есть несколько цветов, несколько текстур, и в том числе есть ткань blackout. То есть, если эта ткань задерживает цвет всего на 50%, то ткань blackout задерживает цвет на 100%. Но единственный минус, ну, в любом случае, в рулонных шторах всегда есть минусы, в любых, в принципе, системах. А тут единственный минус, сейчас подсъемку ставлю, внизу где-то на пол сантиметра, в районе 7 мм будут просветы. Также и с верхней стороны, где эта планка. Ну, в принципе, это небольшой минус, но он присутствует. И если вы заметили, внутри ламинация у нас коричневого цвета, и все алюминиевые части у нас коричневого цвета на рулонной шторе Плиссе. Можно сделать также белого цвета. Ну, в принципе, там выбор цветов позволяет сделать именно тот цвет, который цвета ваших окон. Сама текстура, сама ткань у нас представлена в виде каталога, там в районе 100 наименований цветов, ну и текстур, и уже на выбор вы будете выбирать непосредственно у себя дома, какой вам больше подходит под интерьер. С вами была компания Астропроф. Если вам нужны рулонные шторы Плиссе, пожалуйста, пишите в закрепленные комментарии, там номер телефона указан, переходите на сайт, посмотрите еще какие-нибудь видео на нашем канале, там представлено очень много всевозможных продуктов, которые делает наша компания.